Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня хочу предложить вам рассмотреть вот такой вот узор. В предыдущем видео я показывала вот такой узор, да? Такие у нас были красивые веера. И был комментарий по поводу того, что кто-то хочет, может быть, не один человек, большие веера. Я не знаю, что значит в вашем понятии большие веера, но когда я увидела вот эти веера, я подумала об этом. Более того, вот эти наши большие веера, да, которые вы сейчас видите, посмотрите, какое платье. Узор простой и платье достаточно простое. Мы с вами можем его связать как с хлопковой ниточки, да, так мы можем с вами его связать и с шерсти, полушерсти. Будет в любом случае смотреться как демисезонная вещь или как будем летняя вещь. У нас с вами есть и схема, и выкройка. Вы можете поработать и сделать себе вот такое вот эксклюзивное красивое платье. Да? Ну, опять-таки, не только платье. Любая блузка и юбка будет очень красиво смотреться. Да? Блузка, там, допустим, веерами вверх или вниз. Опять-таки, видите, опять мы можем с вами играть. И так, и так. Точно так же и платье вы можете продумать, связать и сверху вниз, и снизу вверх. Так, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем. У нас с вами есть схема. И у нас с вами есть как бы выкройка этого платья. То есть мы можем опираться на вот эту рекомендованную для нас выкройку. Как вы видите, что узор мы с вами вяжем ровно, да? Ничего не изменит. Единственное, что нам только нужно будет сделать вырез в горловине. И затем только в угловую часть мы с вами довязываем по желанию. Но здесь у нас показано, что 14 сантиметров. Мы довязываем вот 14 сантиметров. Довязываем именно для того, чтобы расширить наше платье. И, конечно, у нас показано, как мы с вами делаем оборку. Оборка, опять-таки, у нас с вами из этого же узора. Да? Но тут нужно суметь, то ли вы по кругу рассчитаете, то ли же вы сделаете как бы оборки и сошьете, свяжете их по бокам. То есть тут уже ваше желание и умение. Что по схеме? По схеме мы с вами давайте наберем 21 воздушную петлю для образца. И, как показано на схеме, у нас 11 петель. Это у нас с вами раппорт. В описании для нашего платья у нас еще есть обозначение нашей схемы. То есть для начала мы набрали столбики, и в первый ряд мы с вами провяжем, вот показаны, видите, крестики, столбики без накида. Это для тех, кто, в общем-то, еще плохо разбирается в схемах, вот вам, скажем так, ориентир. Да? Вот наши крестики, вот он показан. Я уже набрала 21 воздушную петлю для своего образца. И теперь я сделаю одну воздушную петлю, возвращаюсь через петельку, и мы заходим в каждую петлю нижнего ряда и вяжем с вами столбик без накида. Ряд простой, несложный. Это, в принципе, сам узор несложный, да? Но если мы его обыграем с вами пряжи, обыграем с вами фасоном, можно получить очень красивые вещи. И так вяжем до конца. Первый ряд я вот связала столбиками, да. Теперь мы с вами поворачиваем наше вязание и смотрим на схему. Очень простая схема. У нас идут арочки из 5 воздушных петель через одну петлю на нашем основании. Ну, так как мы для начала, я, смотрите, вяжу вот 3 петли подъема, 1, 2, 3. И далее у нас показаны 3 петли. Можно даже сделать 2. То есть в любом случае нам нужно с вами сделать 5. Да? 3, 4, 5. И мы через... Тут даже вот в начале показано, мы с вами не рядышком, не через одну, а прямо рядом делаем с вами. То есть мы как бы делаем и столбик одновременно, и такую небольшую петлю. Вот столбик без накида. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Столбик 1 пропускаем. Во второй столбик без накида. Так. Ну, в принципе, так до конца ряда.
Так, вот смотрите, мы с вами сделали первый ряд такими вот арочками. В нашем образце, если мы будем начинать вот с вами с этой вот, ну, как бы не совсем целой, а половинкой арки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 арок. И вот 11 у нас тоже с вами должна быть как бы половинка. Я вяжу 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И как вы помните, да, мы не через одну, а рядышком. Вот нашу последнюю петельку я зашла и провязала столбик с одним накидом. Мы с вами оказались арочка и вершинки этой арки. Повернули вязание и смотрим. Мы с вами опять вяжем арочки по 5 воздушных петель, заходим под середину арки нижнего ряда. То есть 1, 2, 3, 4, 5 под арку нижнего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, я провязала второй ряд, и мы с вами закрепились под арочку последнюю. Если у нас в нижнем ряду было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, то в верхнем ряду у нас с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 арок. Теперь мы с вами следующий ряд. Мы будем начнем с вами формировать вот эти вот большие веера. Мы с вами находимся, ну, тут уже не принципиально с какой стороны, да, нам нужно с вами сделать петли подъема, еще 3 петли и закрепиться под аркой. Давайте с вами сразу начнем. Вот 1, 2, 3, 4, 5. То есть я закрепляюсь под аркой. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Мы закрепились с вами под следующей арочкой. И вот теперь следующий веер, вернее, следующая арка, у нас идет на формирование первого, ну, начала нашего веера. Сюда идут 1, 2, 3, 4, 7 столбиков с одним накидом. Что мы с вами сейчас и сделаем? Я делаю накид, перехожу вот в эту арку и вяжу столбик. Один, второй, третий, четвертый, вот, пятый, шестой и седьмой. Вот первых 7 столбиков мы с вами провязали. И закрепляемся под арочку, идущую по ходу движения. То есть мы с вами уже похожие веера вязали. Этот у нас немножко отличается. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5 под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. Мы с вами постепенно провязываем наш ряд. Связали 3 арочки, и только через 3 арки, вот видите, мы опять с вами формируем наш новый веер. Делаем накид и опять 7 столбиков. 7 столбиков мы с вами связали, закрепились под арочку, идущую по ходу. 1, 2, 3, 4, 5. Я закрепляюсь под арку. И сейчас делаю 1, 2, 3 накид. И вы помните, что у нас вот здесь вот был такой своеобразная арка. Да, мы можем столбиком, можем прям под нее связать столбик с одним накидом. Вот это вот так. Видите, с одной стороны у нас 2 арочки, с другой стороны. И по центру 3. Мы с вами поворачиваем вязание. Поворачиваем вязание и 1, 2, 3, 4, 5. Мы зашли под арку. Это у нас
Вот видите, вот она, наша первая арка. И столбики, 7 столбиков. Мы вяжем столбик в столбик, но единственное, что между ними, мы вяжем по одной воздушной петле. То есть я делаю накид, захожу в первый столбик, накид, первый столбик, воздушная петля, накид, следующий столбик, воздушная петля, накид, и так все 7 столбиков. 7 столбиков мы с вами связали, опять-таки фиксируемся под арочку. И у нас, если посмотрим на схему, да, у нас осталось вот 2 арочки, было 3, теперь будет 2. По 5 воздушных петель, 3, 4, 5, 5, столб, 5 воздушных петель, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида. И теперь мы с вами переходим на наш веер, делаем накид, заходим в первый столбик и все повторяем с вами по рисунку. То есть здесь у нас ничего не меняется. Связали мы с вами второй веер нашего образца. Теперь закрепились под арочку. 1, 2, 3, накид. Я захожу под арку нижнего ряда и вяжем столбик с одним накидом. Давайте посмотрим на схему. Мы с вами связали вот этот вот ряд. Теперь далее у нас идет третий ряд, опять-таки, где у нас будут столбики и воздушные петли. Но вот этот момент у нас было 2 арочки, вот они, видите, теперь мы перейдем на одну. А здесь вот у нас в этом ряду была одна арка, здесь у нас будет половинка арочки. Если мы с вами вяжем по кругу, то это другой случай, да, то есть вы должны этот, никаких как бы особых сложностей нет, просто правильный расчет в начале должен быть. А если мы с вами вяжем вот ровное полотно, вот этот момент у нас здесь с вами, ну, как бы получается вот так, что у нас как бы столбик, да, и мы с вами опускаемся еще, ну, опять-таки 5 воздушных петель мы с вами закрыли вот как бы столбик. И следующий ряд мы с вами будем завершать уже в третью петлю подъема. И теперь мы опять-таки с вами делаем накид и заходим в первый столбик нашего веера. То есть мы с вами как бы закрепились вот под эту арочку, да. Одна воздушная петля, накид, и провязываем, как, грубо говоря, по рисунку. То есть воздушная петля, столбик. Столбики мы с вами провязали по рисунку, закрепились под аркой. Как смотрели по схеме, 3, 4, 5 у нас осталась одна арочка, да. Накид, и мы с вами переходим вот в следующую. У нас осталась одна арка, да? Мы с вами закрепили здесь и здесь. Далее мы с вами будем уже соединяться. И так довязываем до конца. Связали мы с вами наш образец до края, дошли до следующего. Здесь вот последний столбик. 1, 2, 3, накид. И под арочку мы с вами вяжем столбик с одним накидом. Вот, вот так вот. Видите, то есть мы как бы с вами завершили этот ряд. У нас остался вот одна арка, да, и мы теперь вот эту арочку, она будет соединяться. Следующий ряд у нас очень интересный. Вот видите, мы как бы сразу же вот с этой точки будем с вами вязать вот этот вот веер. То есть мы с этой точки с вами будем вязать вот пышный столбик. А пышный столбик здесь у нас написано. Это 3 столбика из 3 столбиков недовязанных. Вот если я делаю накид, захожу в первую вершину первого столбика, вяжу 1 не довязала, 2 столбик не довязала и 3 столбик не довязала. И теперь соединила вместе. Вот так, видите, теперь одна воздушная петля, накид, и как мы видим по схеме, следующий столбик, мы с вами вяжем 3 столбика с одним накидом, не соединяем их в одну вершину. Один столбик, вот второй и третий.
Так, теперь делаем опять накид. В следующую вяжем пышный из трех недовязанных, которые затем соединяем в одну вершину. Я соединяю сначала 2, 3, потом 2. Можно соединять, как вам удобно. Видите? И далее мы так с вами чередуем. Итак, мы с вами, видите, связали все столбики нашего нижнего ряда, чередуя пышный столбик и 3 столбика в одно основание. Пышный, 3 столбика в одно основание. Вот у нас последний пышный столбик. Вот он, видите? Мы с вами должны закрепиться вот эту единственную арочку, сделать накид и в следующую арку опять вязать пышный столбик из 3 недовязанных с одним накидом. Ну, далее, в принципе, все понятно. Единственный момент вот этот вот был, да? То есть я делаю вот так и вот так. Вот мы с вами и соединились. Вот у нас показал наш с вами схема. Так, довязываем. Завершила я следующий веер, и теперь смотрите, вот наш пышный столбик, мы его просто фиксируем под арку нижнего ряда. Вот мы закончили с вами как бы часть нашего раппорта. Теперь мы поворачиваем вязание и будем опять вязать вот эту вот сетку, на которой будет уже следующая часть узора. У меня распечатана только, скажем, вот эта схема, но есть и другая, она будет. Так, мы вяжем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. И фиксируемся вот между вот этими двумя арочками, двумя столбиками. Это у нас будет первая арочка, видите. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Это вторая арка. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас третья арка. И 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас четвертая арка, да? Вот. 1, 2, 3, 4. И пятая арка, мы с вами соединяемся в переходе между двумя веерами. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в эту точку. Вот видите, если мы посмотрим, то у нас получается 1, 2, 3, 4. И пятая арка идет именно, ну, как бы, или в этот столбик. Можно было бы, конечно, в этот столбик. Туда нужно будет переходить в следующий или же по центру. И далее опять 1, 2, 3, 4, 5. Мы пропускаем этот и этот столбик. И сюда заходим, вяжем. Итак, продолжаем. В втором веере мы с вами связали, видите, вот 1, 2, 3, 4. Вот пятые 3 воздушных петли и в этот столбик, вершину столбик с одним накидом. Повернули вязание. В следующий раз у нас идут одни арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Мы вяжем с вами под вот эту арку. В итоге, смотрите, у нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. А на обратном пути, или будем считать, полуарка 1, 2, далее у нас идут арки, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Точно так же, как у нас было в нижнем ряду. То есть мы с вами должны отслеживать вот эти вещи для того, чтобы потом правильно распределять наши веера. Так, я провязала вот второй ряд у нас арочками, и у нас их должно быть 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последнюю арку мы с вами вязали 3 петли подъема и провязали столбик с одним накидом для того, чтобы оказаться в центре. Далее мы с вами будем разбивать наш следующий ряд вееров. А я вот здесь вот наметила. В начале мы с вами вяжем 3 воздушных петли и 4, вернее, тут, вернее, должно быть 4 столбика с учетом 3 петель подъема. Здесь у нас вот 7, да, 1, 2, 3 пропускаем, опять 1, 2, 3 пропускаем. И в последнюю опять у нас с вами 4 столбика. То есть мы разобьем новые наши веера. Что делаем? Находимся мы с вами, как бы видите, в вершинке. Теперь 1, 2, 3, это будет столбик.
1, и теперь вот второй столбик, вот третий и четвертый. Теперь мы с вами фиксируемся под арку и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку. Мы помним, что у нас должно быть их 3. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, вот у нас с вами, видите, 3 арки есть. 1, 2, 3. Мы теперь с вами смело можем переходить вот в эту арочку и вязать столбики. То есть она получается как раз там, где у нас было соединено 2 наших веера. Вот это нам не позволит ошибиться. И здесь мы с вами вяжем 7 столбиков с одним накидом. 7 столбиков у нас есть, и мы фиксируемся под арочку. И далее у нас должно быть опять 3 арки из 5 воздушных петель. 3 арочки есть. У нас осталась вот эта вот полуарка, в которую мы с вами вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Далее у нас все с вами повторяется. То есть я только сделаю вам наметку, то есть 3 петли, 1, 2, 3, 1 воздушная петля накид, и здесь мы этот веер через одну воздушную петлю столбики вяжем. Да? Далее мы опять фиксируемся с вами под арочку. И из 3 делаем 2, доходим до 1, соединяемся, и опять мы с вами навязываем арки и на них уже делаем веера. Схема у вас будет в помощь в Instagram и Facebook. Вот, может быть, в Одноклассниках, вернее, в Контактах постараюсь выложить. Ну, вот и все, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!